Warhol. Сегодня получил посылочку от немец. Есть такой чувак на Фростере. Вот. Гатяш Андрей Владимирович. Сейчас мы будем распаковывать под мою музычку. Вот как раз буду записывать кассету. Вот с матрицы. Буду записывать кассету. Вот, смотрите, на какой кассете прикольная МК-60 еще. Тех времен буду записывать кассету, дубликат на продажу. Вот, надо вот такой хорошей кассетки. Сейчас мы будем записывать. Сейчас поставлю на запись. Вот. Вот. Под музычку. Будем скрывать посылочку. Вчера прошел концерт, посвященный 20-летию проекту Торнопарт. Вот. Сейчас будем скрывать посылочку. Вот. Вот посылочка. Сейчас мы будем смотреть, что там. Я слышал про немца плохие отзывы. Что у него там диски сарапаны, убиты. Слушайте, сцены действительно у него, о, какие, как будто, блин, не знаю, как будто винил продает, а это компакт-диски на самом деле. Сейчас вот мы будем смотреть, соответствует ли цена качеству. По переписке указано, что один должен быть запечатанный 2000 года, Десайд. Blasphemy of что-то там Made Flash последний должен быть в боксе, тоже типа распечатанный для проверки. Вот сейчас мы будем смотреть тут, что есть. Это какая-то типа латычка какая-то, типа кулечек, да? Вот, вот диск запечатанный вроде бы, сейчас вот будем их вскрывать. Я так запечатал, что хрен, надо же переоткрыть аккуратно. Блять, я не люблю вот этого дела. Ладно, как-то тогда вот это в стекле будем рисковать так. Или даже не так, а вот так как-то. Как его вскрыть, чтобы не повредить. Это идиотский. А, о! Пошло. Пошло-поехало, как говорится. Да, аккуратно. Аккуратно вскрываем. Не повредить ничего, лучше руками, конечно. О, ну хреново, как-то он запечатал, конечно. Чтоб не повредить, надо аккуратно все. О. Не, ну что, нормально вроде бы запаковал. Со вкусом. Вот, действительно, значит, это действительно запечатанный. Блин, какого хера камера вылезла? Так, ну вот, действительно, значит, диск действительно что-то с камерой барахлит. Действительно, вот она, диск этот запечатанный. To hell with God, тю. Тю. Вроде заказывал 2000 года, вот. А пришел этот. Не, ну мне этот тоже, в принципе, нужен. Вот, странно как-то. А 2000 года он кому-то другому, видно, продал. Ну ладно, хрен с ним. Вот запечатанный он. Так, вот бокс. Вроде целенький. Вот бокс какой ледит. Бокс Десайд, да. В боксике там должно быть. В принципе, там должно быть. Я смотрел видеообзор, что там должно быть. Вот, значит, о. Нашивка Десайд вот. Действительно есть. И эти, как у меня, прямо эти, как его, наклейки.
Вот на наклеечка. Вот вторая наклеечка. Вот третья наклеечка. Все действительно есть, факт. Все нормально, все у него отлично. Не знаю, кто там говорил, что там у него диски с царапанами, тут люди говорили. А этот вот кувончик. Кувончик тоже тема классная. А? Качественно все. Ну вот это 25 баксов и стоит, я считаю. Да. Вот, и диск тоже, а, диск распечатанный, вот. Вот этот диск получается распечатанный для проверки, судя по всему, да? Вот, видите, вот, ну, в обычном кулечке. Но. Так что, кто-то мне там, а кто-то мне рассказывал, там, Борода этот самый, Царин, что, типа, у него диски плохие, там, царапанные. Где царапанные? Вот, отличные диски. Отличный диск, все новенькое действительно, соответствует и тому самому. Ну, вот это доставать не буду, тут все идеально. Вот рекламку только могу достать, вот она. Буклетик тут идеальный, все вижу. Он. Камера, может быть, не передает всех преимуществ. Вот, ну что, нормально все. Я считаю, что все отлично. Вот этот запечатанный действительно. Вот. Диск запечатанный. To hell with God. Мне это даже покруче будет, чем 2000 год. Ну, ладно. Я тоже рад этому. У меня остался только мне 2000 достать. Вот. И вопрос с десайдом будет закрыт. Ну что, рекомендую покупать у Гяташа Андрея по кличке по нику Немец на Фростере. Продает он на Лыксе, все соответствует качеству, все отлично, я считаю. Претензий никаких нет. Вот, молодец. Все отлично, я доволен. Все. Пока-пока. Пока-пока.